Всем привет, всем привет! С вами, как всегда, канал GG Family, Катя и Максим. Всем привет! Нашел я свою сумку, блядь, все, блядь, мученик нашел. Я уже пол дома тут разобрал, потому что я смотрю, как бы, сумочка у меня показывается, без стрелочек, без ничего. И она пряталась за картиной, висела картина, где там показать. Есть еще картина? Ну, типа вот такой вот. И все, и вот за ней вот, блядь. Это не, вот ну просто была. Обычно сумки курьера, ну, помнишь, всегда не на видном месте лежали. Ну. Как бы, а на картины я бы в последнюю очередь бы подумала. Ну, теперь смотри, значит, картины тоже надо разбивать, за ними, видишь, тайники могут быть. А Максим-то столько матов собрал. Вообще. Уже психанул. Малёха. Так я уж полдома разобрал. Так, чё, я велик поставлю, а то у меня уже места нет. Ну, я тоже поставлю. Ой, давай, у тебя же больше места в мопеде. Да, да что ты не ставишься? Этот, зачем ты... На... Чё зачем? Сверху на мой поставила. Нет, он у меня рядом стоит. На, Максим, сложи туда аккумулятор, там, и так далее. Слышишь, чек выйдет? Угу. Калаш. Подождите, пожалуйста, а. О, нифига у калаша эта текстурка, смотри, какая. Блин, а, кстати, большой вообще этот стол. Мне кажется, раньше меньше был. Так, что это в хранилище? Мясо, вот это жир сложу. Камни нахрен. А припасы нельзя сложить? Тут мало места, конечно, в этом, но... Хотя бы что-то такое выложить. Ладно, вот он. Ладно, калаш и аккумулятор к себе положу, так что быть. Так, возьми, пожалуйста, вот это вот. Вот это и вот это. И вот это. Все мне, блин. Все тебе. Главное, не затупить и не поднять велосипед или этот. Это да. Че, пойдем? Так. Пойдем. Подожди, я постучусь. Надо же бежать рядышком. Ты уже пошел в дом? Я стучу им, никто не выходит. Подожди, Аня выходит. Не заходи. О, уже слышу кто-то. Они тут с парадного выходят. Встречаю. Здравствуйте. Хочу предложить вам совершенно новый пылесос. Такого вы еще не видели. Он сосет... Здравствуйте, я Екатерина из Рифлейм, да? Сосет лучше всех. Я не про Катю, про пылесос. Сука! Ну, подъебал, подъебал. Там еще кто-то бьется. Так, я пистолет, ты на всякий случай. Смотри. Отражение не настоящее в зеркале, видишь? Угу. Ползучий гад. Что там говоришь? Я убиваю тут. Говнюков. Два да патрончика твоих нашел. А, хорошо. Задолбал. Хожу еле-еле, дыша в теле. А там мертвый валяется, нет? Да, да. Что-то тут все так залутано, лутать-то особо нет. О, обвес нашла. Ой, подождите, пожалуйста, я обвесик поменяю цвет. Поменяй. Розовый надоел. О, красного. Блин, так кряхтит. Вот такие звуки вообще неприятны. Но он устал ползти. Давай мне стулья, у меня же дерево. Ну... А ты уголь мне... А что ты мне полимер скинул? У тебя же полимер. В смысле полимер? Я тебе не скидывал. Да? Ну, забери, значит. Я, наверное, нашла. Ну, спасибо, конечно. 35-й левел. Угу. А, это еще не конец? Ну-ка, подожди. А! Блять.
Он не умер еще? Или умер? Не знаю, мне опыта не дали. Мне тоже не дали. Вот, смотри! Сейчас. Чё? Да? Угу. Теперь будем знать. Теперь будем знать. Нет, со зеркалом ничего нет. Вот Максим тайник пропустил. Кошелек. О, патрончики, отлично. Максим все лутает, мне вообще ничего не оставляет. Ну а слушай, тут наверх еще проход есть. Ты это, взял бы дробовик. Там могут эти бешеные находиться. Подожди, ну ты вот... Да я вижу. Да я... Да он пустой был. Давай. Я тоже пистолет беру. Никого. Там уже на улице кто-то ломит. Или это здесь что-то ломали? Да здесь, наверное. Так, тут дикая сучка. Тут жертвец. Нет, там, значит, на улице еще кто-то. Не вставай, прошу тебя. Укрони меня. Пошла? Ага. Так. Нет, чувака, который на улице был. А, нет. Не, а это, скорее всего, тут он был. Тут, слушай, на крышу может можно быть вылезти. О, я твоих 8 патронов нашла. А-а-а. Для дробовика. Это ты молодец. Это ты хорошо придумала. Держи. Что тут? Больше ничего не было. На крышу можно вылезти. Где? Где выход на крышу? Ну вот идешь до конца, до самого. Прям. Ну-ка. А, все, спасибо. Все. Прощай. Потом увидимся. Прощай этот, как там, жестокий мир, да? Блядь, посмотри, согласен, сюда! Блядь, у меня патроны, Кать. Он еще живой. Да ты... Ой, сейфик есть. Я же тебе говорю, что здесь нормальный утец. И видишь, именно через верх сюда попасть. О, остальное этот пожарный топор первого уровня. А, ништяк, считаю. Я второй нашел. Ты первый. Неплохо, неплохо зашли. Хочешь открыть сейф? Да. Попробуй. Да иди ты. Да открывай, открывай. Вот я буду ждать, когда ты его разобьешь, а потом. Да забирай, забирай. Бумага, да нет. Камень, ножницы, бумага. 10 патронов на калаш, бочный лук второго уровня и 15 стальных стрел. Стальные стрелы, да? У меня тоже есть, кстати, стальные стрелы. О, на, тогда возьми себе. На, давай. А на тебе вот это вот, Кать. Угу. Угу. Да куда ты побежала? Чуть... Стой. Стою. Так, бумага. Хорош! Была у тебя? Бумага? Я же тебе отдала. А, ну все тогда. А, подожди, вот еще. А, и вот. И вот. Я тебя убью сейчас. И вот. А перья были? Нет. Тогда все. Пятого уровня пистолет. А, и вот. Подожди ты. Как ты меня замучил. Все? Да. А ты тут все оббегала, да? Ничего нету? Ничего не оббегала. С кем мусоры там? Что нашел, не скажу, что нашел.
Потому что ты ничего не нашел. Вообще-то я карту сокровищ нашел. Джека Воробья. Ага. Рассказывай мне больше. Правда? Где найти черную жемчужину написано? Да. Ты такой обманщик. Не веришь, как хочешь, как тут хранилище. Бумага, полимеры, клей. Скотч был? Скотча не было. Что еще тут есть? А, вот стальные стрелы. Вот это. Пим-пим-пим-пим. Че, пойдем еще что-нибудь вот так, нет? Давай сейчас пойдем. У тебя много места в этом? В мопеде нету места у меня. Мне тоже. А-а. Ну ладно. Сейчас, подожди, соображу. Какой домик пойдем? Просто этот большой, мне кажется, там лута много будет. Ну, я, в принципе, наполовину пуст. Ты пессимист, что ли? Ты должен быть наполовину полон. Просто, блин, этих... Ну-ка, вот смотри, а я карту сокровищ сейчас прочитал, а могу я с ней... Я поделиться ею. Карта сокровищ. А, нет, не могу. А я могу поделиться, пригвозди курочку. Гвоздометом 5 куриц убить надо. Давай. Ну что, пойдем? Нет? Да, ну или знаешь, давай другой домик какой-нибудь небольшой. Вот этот? Ну да, давай этот. Так, главное не забыть вот этот большой залутать. И там потом еще 4 дома у нас станет. Там, смотри, танцор идет. Значит, тогда сейчас поедем к торговцу сразу, сдадим, да, ему? Угу. О, 2 воздушных фильтра нашла. Какая там зомби. Стрелу отдай, подон. Бля, где кто? Да, вот за стеной тут. Что-то все проснулись там, походу. О, уже идут. Ах ты ж, блядь, оглушили! Убил. Это мой ящик. Катя! А! Да, блядь, ну возьми что-нибудь. У меня кровотечение. Быстро закидывай себе бинтиком. Это все из-за тебя. Знаешь, что там было? Чего? Простой железный топор, 4 механические детали возьми и набор инструментов. У нас уже как 2 за одну вылазку. У тебя тоже набор инструментов? Да. Они не стакаются, слушай? Не знаю. Ну, у меня в мопеде. Ну, вот потом будем идти. Блять. Смотри, в ванной первый раз вижу. Толстуха мылась. Да? Блин. А я вот, знаешь, раньше всегда боялась, что может вылезти. Блять. Что, знаешь, там за шторкой где-нибудь стоит. Значит, так оно и может быть, да? А, тут просто не ванна, тут душевая, типа, кабина. Максим, а у тебя грязная вода была? Да. Возьмешь? А? Слушай, вообще за... Пусто, правда. Возьми, пожалуйста. За картинами тут. Сейфы теперь постоянно. Сейфы? Ну, не сейфы, а эти. Ну, ты поняла меня. Это мой ящик. Кто? Где? Спасибо. Ну, Максим, это было мое! Да вот, если бы ты открыла, там бы не было мензурки. А там мензурка была. Че, серьезно, мензурка? Да. Дай я тебя поцелую. Видишь? Нам же это для химической лаборатории. Нужна была еще одна мензурка. Блин, где они долбятся, а? Где-то наверху, мне кажется. Что это? Вот, а! Тихо!
осторожно. Тут же мины. Да подожди, пусть они сами придут к нам. Пойдем лучше найдем те, которые долбятся. Там уже идут, Максим. Ну ты на улице тогда разберись. Давай, давай. Я просто сейчас обойду, посмотрю, где они. А, вот вижу. Видишь, где они? Да. Девушка, вы куда? Никого нет дома. А, тут же еще вроде пол проваливается. Мне тут сумка выпала. О, военные ботинки. У тебя там долбится где-то, да? Не знаю. Тут потому что зомби провалилось вниз. Mm-hmm. Тут, похоже, подвал есть. Ништяк. Ты где, на первом этаже, на втором? Третьем? Ну, я бы вот поднялась наверх. Осторожно! Ты видишь? Мина стоит. Здесь из кастрюли мина была еще. Тебе попить не надо, у меня там пить. Осторожно! Здесь вот надо вот так ходить. Ты видишь? Тут подвал есть. Mm-hmm. И здесь надо аккуратненько. Слушай, а у тебя были деньги, нет? Ну, у меня там они. Старые деньги. Циркачи. А взрывается-то хорошо. А, вот он, люк в подвал, здесь. Что, сразу пойдем, чтобы не бояться упасть? Да, пойдем наверх. Или на крышу. Слушай, смотри, он тихо... опять за это, за картиной. 50 пороха. Блядь. Блин. Просто их сразу сломать. Ай, блядь. Тебя задело тоже? Ну, тебя тоже? Это, походу, мощная была. Где? Где? Слушай, где? Тут где? На чердак есть. Тут еще одна, осторожно. У меня жуткий перевес. Максим, возле тебя осторожно тоже есть эта хрень. Кто? Где? Кто? О, все, она там была. Че пугаешь? Тут этот труп. Че, его разделаю? Да-да-да. А когда-то зомби вот так валялись, помнишь? Угу. Это что такое, мне интересно? Это просто цемент, наверное? Да. Я на всякий случай пистолет возьму. Блин, мне этих журналов, ну хоть... Этих журналов куча вообще. Надо их продавать. Мы все равно ими не пользуемся. Да нет, может быть потом... Блин, чувак вышел. Блин. Ой. Вот как, блядь, на видео потом посмотришь, как тут можно было промахнуться. Да я знаю, на то, что было. Стой. Надо, короче, как-то скооперироваться, потому что что-то вообще все печально. Блин, похер, я журнал, короче, использую, ладно. Ты взял там этот рецепт был? Да, взял. Что здесь? О, сейф можно раздолбить быстренько. Максим. А, сейчас. Тебе хочу отдать кое-что. Кое-что. Это добытчик тоже тогда. Применю. Веселый чё, добытчик. Чё это звуки такие? Да это когда я тоже прочитал журнальчик. Я какой-то непонятный прочитал. Так, это мой сейф.
А, журнал стойкость на одно очко. Все. Отлично. Читай. На, забирай, короче, себе. Было бы куда все это забирать. Че, нет места? Вообще нет места. Все у меня. Так, ну давай мне что-нибудь. На тебе вот это вот, вот это вот тебе. И вот это вот тебе. Ну ты мне что-нибудь давай. А, свинец есть у тебя? Свинец. Нет. Даже не знаю, что такое. Латунь есть. Масло, говяжий... есть. Масло есть. Стекло есть. Стекла нету. Наконечники есть железные. Порох есть. Бараний паёк, говяжий паёк. Трубы, камни, стероиды, юбка. Механические детали, латунь. Стероид у меня тоже есть. Они стакаются, посмотри. Да. Что еще есть на дерево? Грязная вода есть. Клейкая лента. Не, у меня такого нет. Ну скинь, что не нужно. Не нуна. Что не нуна, скинь. Ну, можешь журнал прочитать. На тебе банку. Я пока похомячу. Так, ну чё, пойдем наверх? Взял др... Чё там? Справишься? Сучара. В туалете сидел. Ты его отвлекла от такого, да? О, кислоту, кстати, нашла. А ты вот про ту бомбу, что ли, говорила? А там как колпак. Угу. От машины. Ты ее видел? Да-да-да. Что там наверху? На чердак зомби? Залез, не? Да, на чердак залез. О, 36-й левел. Да вы закончитесь тут, нет? Ты вообще он тут разваливаешь с дробыша. Стальные ботинки какие-то изолирующие. Там эти штучки. Пестик опять твой. Стрелы. Блин. Опять пестик нашла. Третьего уровня. Так. Ну ты, на тебе патроны, на тебе пестик. Разряжай и мне давай тогда их. Консервированная ветчина. Сейчас, подожди. Так. Консервированная ветчина у меня есть. Скидывай. Скидывай. Пистолеты, которые не нужны, тоже скидывай мне, да и все. Сейчас. Ну, я там просто уйти. Так. Так, ну пойдем в подвал. Подвал и поедем домой. В принципе, и время как раз подходит, слушай. Мы прям так идеально все рассчитали, да? Ага. Так. Что такое? Не-не-не, вот здесь вот, да. Это, походу, та баба внизу, которая. Слушай, тут, типа, тут какая-то штука. Ебать типа... их тут. Где, кто? Сзади тебя ага, еще. Ага, вижу. Сундук. Что, еще что? Там пещера нет, просто блядь, тут маленький. Такой, блядь. Спугалась. Тут вода, слушай, есть. Патроны, дубины, ружье. Там может быть в воде что-то есть. Видел? Давай проверю. Да ну нырни. Ну в воде ничего нету. Тут ничего нету. А, это ты там? А, ну тут боеприпасы, 8 патронов моих. Не ходи тогда, я тут разделаю эту зомбяшку. Ты там проплыл куда-то, что ли? Не, ну тут просто вода и чуть дальше место, куда можно вылезти. А, ну я думал, там глубокая вода. Не-не-не. Не, я нырнул, но там ничего нету, короче. Ящик хранения, ты посмотрела, да, я уже? Я посмотрела, он пустой вообще. Так, цемент. Ты на нем стоишь. А. Слушай, это все цемент? Все мешки цемента? Ага.
Прикольно. Всё. Нам электроника нужна. Так, ты много не ломай, а то мы не вылезем. Да. Ну я же электронику какую-то нашел там. Че, пойдем? Да, пойдем. Ты сейчас барную стойку нашел? Ну, да, 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 да. Ну поехали, что? Так где мой велотренажер? Так, ты давай мне скидывай что-нибудь еще. Чтобы давай, у тебя перевеса, чтобы не было. Ты же все равно будешь вставать. А я сейчас, может быть, сюда что-нибудь скину. Вот не, ну посмотри. Скину. Так, вот это вот возьми. Вот это вот возьми. И вот это вот возьми. Что и здесь? Цемент возьми. А, угу. Ну, нам... Давай надо до трейдера доехать уже, сдать быстро задание. Поехали. У меня еще просто раз, два, три, четыре, пять, шесть этих свободных. Да у меня перевеса в принципе нет у меня. А, ну все, тогда нормально. Поехали. Поехали до трейдера. В следующий раз сюда вернемся, у нас, считай, четыре домика тут. Ой. Ай, Катя. Я вот вообще не удивлен ни разу. Ай-яй-яй, тихо. Тихо, куда ты? Ты куда? Да блин, это гребаное управление на мышке стоит по умолчанию же. Нажми кнопку мыши. Да я уже сделал. Я просто забыл. Хотел на тебя развернуться и повернул кому-то в гараж. Ну, в жизни я так не ездил. На велосипеде, я не царапаю. Не знаю, не знаю. Ты как щетка так... Нормально. Не знаю, кто кому поцарапал краску. Ты едешь, что нет? Еду. А чё так долго-то? Так у тебя быстрее. Точно. Я забыл про форсаж. Жум-жум-жум-жум. Чё, устала? А я нет. Это как это заяц и черепаха. Угу. Что-то тут может... Ой, зомби. Ты едь. Я еду. Ты мне фору даешь? А тут зомби за тобой полз. Я его решил остановиться, убить. Я тогда там сейчас продам ему ненужное. Угу. Не, ну у тебя же, да, ты бартер качала, нет? Или ты не качала? Никто не качал бартер. Кто не качал? Ой, зайчик. Проскочил. Блин, что-то я еще и в этом шлеме так... хожу до сих пор. А, в военном-то? Угу. Так, трейдер, надеюсь, если я поставлю у тебя тут мопед, можно будет его потом забрать? Да. В смысле? Ай. Я умерла. Я залагала, смотри. Ты встала. Ты видел? Ты видел, я лежала? Да видел, ты вообще смешная была. Я в велосипед... Это я с велосипеда слезла так. Я теперь боюсь. У меня хп, блин, ушло 21. Так я думал, ты вообще сдохла, ты, может, валялась. Да я тоже подумал, что сдохла. Эскейп нажала, все, она встала. Что это такое? Так, железная кирка или кожаные поножи взять? Первого уровня. Наверное, поножи уж лучше. Ну да, лучше поножи. Комплит. Че, тогда пистолеты вот эти продают третьего уровня? Второго, третьего? Да, 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 да. Да. Дубина. Че, эти журналы продаем, да, в принципе? Да, продавай. Так, я пойду там тогда деньги возьму, там эти старые. Да я тоже сейчас возьму, это продам. Да. Никого нет. Шеф-повар я оставлю, олимпийский пояс продам. Денежки. Так, воздушные так, фильтры мы купит. Переплавим, да? Ты чё? Да, да, конечно. Так, что у тебя есть? Патроны. Я, кстати, охотничье ружье 6 уровня нашел. Mm-hmm. Только сейчас заметил. Грязная вода. Так, ходи с ним.
Ну, оно же... А, хоть ружье, то есть все вспомнил. Оно же... Ну, у нас есть 6-го уровня, он лежит. А, есть, да? Угу. Так. У него, короче, ничего интересного нету. На продаже. У него на 10-й день обновится. Почему, может, работенку у него взять какой-нибудь? Да, бери, конечно. А, возврат 273 метра. Так. Надо быстро. Он во сколько закрывается? Не знаю. По 10 он вроде закрывается. Да мы не успеем, ладно. Потом. Там уже все равно зачищать надо будет. Я еще не сдал. Нет, я продать просто хочу. А, слушай, что, стальной топор пожарный первого уровня? Стальной. Или травяные антибиотики 3 штуки? Да я не знаю. Но у нас есть топоры. Антибиотики, фигня. Антибиотики просто могут пригодиться у нас. Ну ладно, тогда берут антибиотики. Так, толком-то нету. Ну, а прикинь, у него этой нету. Кого? Работы. Да что ты? А, ты что ли зашла, блин? Я думаю, что не могу ничего сделать. Что ты сразу орёшь-то на меня? Да, что ты меня? Вот так вот. Это здесь на записи он орёт, а вне записи еще избивает меня. Велосипедом. Велосипедом. Все, он не покупает уже пистолеты. Поехали домой. Максим, время, блин. Да что, ты боишься, что ли, чего-то? Что, я домой поехала? Да едь. По дорожке. По какой дорожке? У меня места хватит? Нет. 3, 4, 5, 6, 7. По какой дорожке ты поехал? По кирпичной? Ну да, у меня просто места нету, чтобы еще велик забрать. А я тебе догоню. Ну и догоняй. Прикинь, вот сколько езжу, а ну в принципе немножко же проехали. 15% только потратилось. Так у нас там бензина много. Раньше, помнишь, бензина. 500 надо было заправлять. Это не полный бак, это вроде полный бак, да? Не, вроде полный. Или полный бак. А сейчас сколько, ты говоришь, 100 хватает, да? Ну, да. 100 литров. Или сколько тут, не знаю, в чем оно измеряется. Просто 100 единиц. 100 капелек. Да я вообще черт такой теперь. В очках, с сигаретой, в каске в этой. Моя военные ботинки нашла. Моя? Че, моя военная. Я говорю, ты сказала, а я? Моя. Я сказала, а я нашла. Блин, надо лестницу построить. Да, лестницу. А ты не сделала, что ли? Я же думал, ты сделала. Когда бы я сделала, если там рассвело, и мы все ушли. Блин, уже залез туда. Ой, это мое. Железный. Бля, деньги забыл продать. Ладно. Так че ты горешь-то? Воздушный фильтр можно, это, да, их... Сжечь! Сжечь их! Ладно, пойду. Все заберу с велика. В огонь! Все в огонь! Ты что, этот мопед-то свой не будешь забирать? Буду. Да у меня тоже там не все влезло. Так, на R же можно. Да? Все, складной мопед. А был бы в жизни так, да? Да я не буду тогда его в гараж ставить. Да? Я поставлю. Можно в гараже это сделать просто. Ящик для мопеда и этого.
О, 10 часов. Как раз управились, прям вернулись. На кой ляд мы тогда строили? Гараж? Ага. Да шучу, я сейчас поставлю. Чё ты начинаешь тут сразу? Я вообще молчу. Бля, мне, во-первых, надо этот выключить. А, нет, он не светит, все хорошо. Все хорошо. Химическая лаборатория. Все, хватит. Аллилуйя. Все, и начнем делать порохи. Деревянные дубины надо вообще разобрать. Влом. Слышь, что говорю? Слышь. Ты слышь, что я тебе говорю? Блин, эти мензурки, блин, вообще, да, невозможно найти. Угу. Ты просто пипец. Стой, отдай. Ты что там? Да я не на ту кнопку нажал. Ой, ништяк, смотри. Все, Кать, на. Где ты там? Чё? На, вот это тебе. У меня теперь на моем. Видишь? А-а-а. Ништяк. А он же просто на голову одевает. Кто? Ну, налобный фонарик. Как? А у меня нет налобного фонарика. А что это вот? Ну, это вот специальный обвес на шлем. Ну, а, точно. Да-да-да. А, я ж такой находила тогда. Помню. Только тут его не видно почему-то. У тебя просто из каски свет идет. Ну и ладно. А я что, я ничего тебе не говорю плохого. Ладно. Что там опыта, кстати, не добавилось у нас? Так, два очка. Так, харизму я качнул. Так, это не надо. Я могу... Да, вот это качнул. Либо же силу уже качать. Смотри, сам. Ну, просто на силу тут 2 очка надо будет. Либо все-таки мне операции по сбору. Разводной ключ собирает на 100% быстрее. Ладно, добью уж до конца. Не, смотри, сам. Че надо? 7-й. Тут тоже, да, наверное, 7-й. Да. Слушай, посмотри, может, тебе цевьё поставится, улучшает стабильность и точность прицеливания. Куда? Не знаю, там, может быть, на калаш там себе поставишь. Там, ещё чё-нибудь. Да, блин. На что-нибудь. Ну, давай посмотрю. Ты вот не туда, Максим, всё складываешь. Они здесь лежат. Так, ну на калаш-то я не смогу. Может, на эту, на снайперку. А калаш 2-го уровня же есть у нас. А, точно. Я же принесла. Точно. А где они? Так я уже положила на место. А где место? Максим! Ну ты такой глупый. Ну вот же, наверху, как обычно. Не допёр? Допёр. Мне кажется, судя по голосу, не допёр. Но столько оружия, надо будет сбегать, потом продать. Ну, мне кажется, от левого 4-го надо оставлять. Но... Блин, ну тут, ну да. Тут, правда, всего одну смогу я поставить модификацию. Но я хочу просто посмотреть хотя бы, появится она прямо на этом. Появилась ручка, нет? Смотри. Подожди, ну ты можешь стоять, не двигаться. А как она тут появится? Это ж калаш. Ну, цевьё. Он же... Да блин, что не ту кнопку жму? Потому что кто-то глупый. Вот у нас то ни одного не было набора инструментов. У тебя целых 2. Надо будет этот... Тогда печку еще одну строить. Чтобы там чисто камень перерабатывать. Ну, чисто бетон. Потом делать. Да, здесь я у нас гений. Ну, глушитель появляется, да? Да. Ну и все. Ух ты, да... ключ 6-го уровня нашел. Кого? Гаечный ключ 6-го уровня нашел. Да, нашел. Я молодец. А ты охотничье ружье хоть разрядил-то? Нет. Ну почему я не удивлена? Почему?
потому что ты глуп. Че, кувалда второго уровня, тогда влом. Нафиг она нужна, если ты нашел четвертый. Мадмуазель, пустите, пожалуйста, переночевать. Раздевайся, ложись. Коль пришел, да. Так, что еще хотел? Че, железный пожарный топор нафиг не нужен. Влом, вот стальной. Это, можешь мне крафтануть кирочку? Кирку? Ладно. Кирку. Ну, я думаю, можно закончить, в принципе, уже на этом. Ну, да. Я тебе... Давай, прощайся. Мне записи крафтану. Рифтану тебя, да? Да, я тут занята. Ладно, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, если понравилось видео, конечно же. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и все в этом духе. Ну и на этом все, пока. Всем пока. Пока-пока.